Всем доброго времени суток. Класс Перскуба Галла по настольной коллекционно-карточной игре Берсерк и Берсерк Герой. Мы продолжаем наше вскрытие бустеров пятого сета под названием «Рожденные бурей». Ну что ж, хочу вам сказать то, что я в итогах конкурса оставлял такой некий приз, это один бустер, тот, кто наберет больше всего лайков. Да, по комментариях под видео в итогах. Победитель будет объявлен в следующем видео. У вас еще есть время. Ну, дерзайте, ставьте лайки. Ну и, в принципе, давайте мы начнем. Давайте, вот, возьмем уволень. Уволень наш на бустере изображен. И мы аккуратненько срезаем кромку бустера. Вот так вот. Ну что ж, берем ножнички. Поехали! Паломник, нейтрал, стоит 2, так а 2 жизни 3, без особенностей. Это у нас репринт. Хорош. Хорошо, значит, играет, раз ее репринтом сделали. Ледяной голем, горы, стоит 4, так а 4 жизни 4. Найм, закройте существо противника, оно не открывается, следующий код. Мне нравится эта карта. Богл, это лес, стоит 1, так 1 жизни 2. Орда до 5. Копии этой карты в колоде, атаки по боглу сводятся к одному. Мне эта карта не нравится, если она у противника. Если у меня, то может быть даже бы и играл. Боевая ярость, это у нас степи, стоит 2. Существо получает плюс 2 к удару. Возьмите карту. Хорошее степное заклинание. Таугард, болото, стоит 2, так и 1, жизни 4. Когда Таугард получает раны, получите один жетон молитвы. Ну, в принципе, можно даже получить легко так. Жетончики молитвы. Бреттер, репринт. Это у нас нейтрал, стоит 1, так а 2 жизни 1. Скрытность. Кто не знает, что такое репринт, вдруг вы сейчас задаетесь вопросом, что же он там глаголит? Репринт — это переиздание карты с прошлых сетов уже в новых сетах. Так что вот так вот. Бер, это лес, стоит 6, так а 6 жизни 8. Жирное, тяжелое существо для леса. Мне карта нравится. Подсмотреть. Это у нас нейтрал, стоит 2. Выберите одно из. Противник раскрывает свое существо. По своему выбору возьмите карту. Для добора стоимость 2. Адан. Степи, стоит 4, так а 3 жизни 3. Рывок. Пояснение рывка. И найм. Адан получает плюс 1 к удару за каждое другое ваше существо. Ну, думаю, командующий Эрих была бы хорошая карта. Шрит. Нейтрал, стоит 3, атака 2, жизни 4. За один жетон молитвы излечить Шерида на 1. Ну, вот так вот. Жетон молитвы еще один как ресурс, который можем тратить на какие-то особенности и так далее. Ловец молний. Болото, стоит 2, атака 1, жизни 4. Каждый раз, когда вы получаете жетон молитвы, излечите ловца молнии на 1. Каждый раз, то есть это всегда. То есть получил не как срабатывая особенность, которая срабатывает один раз в ход. Это каждый раз. Драйдер. У нас пошли уже необычные карты. Нейтрал. Стоит 5, атака 5, жизнь 4. В начале вашего хода, если драйдер на кладбище, вы можете заплатить 2 монеты и положить его под низ колоды. При этом взять карту. Это особенность работать на кладбище. Ну, в принципе, не знаю так. По мне, я бы... Мне что-то эта карта не понравилась, я бы, наверное, ее не замешивал. Почему так? Двойной ожог, это у нас степи, стоит 2. Раньше существо на 3, если герой противника маг или жрец, ранить этого героя на 3. Вот так. Ну, почему я говорю? Да потому что стоимостью 5, 5, 4, да потом еще 2 платить, я его беру под низ колоды и еще возьму карту. В принципе, для того, если вдруг рука не нравится, ну, ее можно использовать. Ну, я бы ее не стал. Двойной ожог, я уже сказал, что за карта. Ну, мне эта карта нравится. Я ее бы очень бы закидывал к степям. Рунная чародейка. Горы, стоит 3, атака 1, жизни 1. Руна чародейка может быть в колоде любого героя мага. Найм, положите заклинание с кладбища в руку. Очень даже хорошая карта. Очень даже. Для меня она нравится. И у нас здесь... Та-дам! Облачница. Нейтрал, стоит 2, атака 4, жизни 4. Заплатите 2 жетона молитвы, иначе положите облачницу в руку и получите 1 жетон молитвы.
Вот так вот. Чтобы она работала, надо еще жетон молитвы использовать. Вот так. Это был первый бустер. Давайте откроем второй. Что же он нам принесет? Кищ отсюда. Вот так вот. Давайте. И посмотрим. Здесь у нас Хунган. Болото стоит 4, атака 3, жизни 6. Ну, жирная карта для болот, как всегда. Обряд грома, горы стоит 3. Получите 2 жетона молитвы. Ранее существо на X, DX, количество ваших жетонов молитвы. Стоит 3. Тоже играется с жетонами. Хронист, это, видимо, какая-то опечатка. Что он появился сразу после двух. Если вы посмотрите предыдущее видео, то там также было, что необычная карта попадалась средь обычных. Потому что, смотрите, сколько еще. Насколько мы знаем всегда, что одна редкая или ультраредкая, потом три необычных и пошли обычные. Ну, либо герой, может быть. Ну, да. Хронист, нейтрал, стоит 3, атака 3, жизни 3. Нам получить один жетон молитвы за каждое другое ваше нейтральное существо. Ну, на нейтрале, наместник Вик. Ну, хотя, не знаю. Колыбельное подземье. Это у нас болото. Стоит 1, закройте существо, получите 1 жетон молитвы. Там вот за 1. Маскировка. Тьма стоит 2. Скройте существо, возьмите карту. Так как пятый сет, это у вас такой вот сет на появление новых типов героев, новых ресурсов, но также очень много карт со скрытностью. Ну и, соответственно, заклинания. Плюс еще я возьму карту. Паломник, это у нас репринт, без особенностей, нейтрал стоит 2, так 2, жизни 3. Я, кстати, часто использовал эту карту в начальных колодах сета, где она работала. Вроде бы это второй сет. Извините, если я неправильно сделал, вроде второй. Поправьте меня, пожалуйста. Отец-экзекутор, это у нас болото, извиняюсь, нейтрал. Стоит 3, атака 3, жизни 3. Найм, получить 1 жетон молитвы. Нет, такая карта. Не хочу ее в колоде видеть. Демон бессилия. Это у нас тьма, стоит 5, атака 6, жизни 4. За 4 противник жетона молитвы, противник сбрасывает карту. Не знаю, зачем эта карта в стартовом наборе Элмора. Но почему-то она мне так не понравилась, поэтому можно было бы ее заменить на что-то более существенное. Но никак не он. Ну ладно. Положили так положили. Борг. Это у нас нейтрал. Стоит 7, атака 5, жизни 7. За найм. Борг получает плюс 3 к жизням или плюс 3 к удару. Ну такая тяжелая карта для своих же особенностей. Плюс 3 к жизням или плюс 3 к удару. Но 7. Ну если нет каких-то карт, уменьшающих стоимость, ну так карта... Для жирности, блин, дорогая, но мне понравилась она. Гремлины степи стоят 1, атака 2, жизни 1. Орда до 5 копий карты, это в колоде. Когда наносит раны ударом герою, гремлин получает плюс 1 к удару. Мне эта карта понравилась, что я на ней столько, кстати, насобирал. Скажите мне, ударов, что я очень накопил на ней, и спокойно можно вынести героя. Если, конечно, один здоровье не очень-то. Ловец молний. Болото стоит 2, атака 1, жизни 4. Каждый раз, когда вы получаете жетон молитвы, изучите ловца молний. Средняя карта для новой динамики ресурсов жетона молитвы. У нас уже необычные. Фомар. Фомар, ты мой дорогой. Тьма стоит 1, атака 1, жизни 1. Каждый раз, когда погибает существо, фомар получает плюс 1 к удару и плюс 1 к жизни. Да, в начале хода его разыграли за 1. И не давайте ему умереть. И в итоге оставили как в лицо прилетело. Ну, это мне карта это понравилась. Мне очень понравилась она. Двойной ожог степи стоит 2. Ранит существо на 3, если герой противника маг или жрец ранит героя на 3. Вот так. Хорошая стабильная карта. Заклинание. Вторая жизнь. Это у нас... Тьма стоит 1. Заплатите X, при этом возродите существо стоимостью X, скройте существо в конце хода. Вроде такой карты у меня не было. Ну, думаю, хорошее заклинание. Я еще с ней не встречался в колодах. И у нас здесь редкая карта Дозор Светолесья.
Почему-то думаю, она с таким названием должна была быть в лесу, да? В лесной стихии. Ну ладно, ну, у нас нейтрал стоит 5, так и 2 жизни 8. Каждый раз, когда вы берете карту, изучите персонажа на 1. Хорошая карта, но не зря ее редко, конечно, сделали. Еще здоровьем 8, долго будет на столе находиться. Ну что ж, это было вскрытие 3 бустеров. Вот здесь Лидия, а нет, вот так вот. Лидия, Оля. Всем спасибо за просмотр, ставьте палец вверх. Ждите следующее видео вот таких вот распаковок, а также объявление победителя, который насобирал больше, его комментарий собирал больше всех лайков под видео с итогами конкурса «Я хочу выиграть». Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока-пока.